В отношении пытавшего азербайджанских пленных в ходе Первой Карабахской войны гражданина Армении избрана мера пресечения в виде ареста. Как передает канал 13, в Бакинском военном суде было рассмотрено представление следственного органа об избрании меры пресечения в виде ареста в отношении гражданина Армении Людвига Мкрчяна. Суд удовлетворил представление. В отношении Мкрчяна избрана мера пресечения в виде ареста на 4 месяца. Мкрчян обвиняется по статье 113 «Причинение физической боли или психических страданий задержанным или ограниченным в свободном передвижении лицам Уголовного кодекса Азербайджанской Республики». Сообщается, что Людвиг Мкрчян участвовал в Первой Карабахской войне и отличился особой жестокостью по отношению к пленным азербайджанцам. В связи с этим в 2000 году в военной прокуратуре Азербайджана было возбуждено уголовное дело. Спустя десятилетия Людвиг Мкрчян сам попал в плен к азербайджанским военнослужащим. В конце сентября 2020 года, после начала Азербайджаном контрнаступательных операций, азербайджанские солдаты захватили в плен группу военнослужащих вооруженных сил Армении, в том числе Людвига Мкрчяна. Наследствие он признался в пытках в отношении азербайджанцев. Несколько его жертв, которые остались живы и вернулись из армянского плена, на очной ставке узнали Мкрчяна.